Окружение под Сталинградом заставило германское командование спешно отводить войска с Северного Кавказа. Прорыв советских танков к Ростову мог привести к изоляции и полному разгрому немецких войск на Кавказе. В конце ноября 1942 года Клейст занял пост командующего группой армий А. Первая танковая армия отошла с Кавказа через Ростов. 17-ю армию оттеснили на Кубанский плацдарм.